Привет! Всем здорово! Сегодня у нас на пробе Йота, интернет-провайдер, он там, по-моему, еще и телефон-провайдер. В общем, Йота. Смешно? Смешная шутка. Йота, интернет-провайдер. В общем, такие у нас шарики, хрустящие, в малиновой шоколадной глазури. Белая малина и белая шоколадная глазурь. Ну, в общем, в основном тут вкус малины будет. Я вот вам показать, что вот такие штуки, они дешевые. Вот эти штуки 20 рублей стоят. Но прям хаваешь ты их так, как будто пьешь йогурт. Я их сейчас бы открыть их. Зубы в помощь. Открываю их обычно вот так вот. Типа продуманный. Оп, и тут уже как бы здоровая горсть. Правда, на камере они какие-то... Хотя в реале они тоже какие-то странные. Я раньше думал, они прям розового цвета. На меня действовала какая-то детская, не знаю, магия. Чё они какие-то, я не знаю, какушки какие-то. Я раньше думал, они прям розовые. Ну, давайте попробуем на вкус. Ну, может, это у меня свет такой в комнате плохой. Не, на вкус нормас. Они хрустят. Слушайте. Прям кайфовые. И в чем прикол? Ну, так как это Йота, да, они, ну, славятся низкой ценой. Интернет у них там дешевый. И шоколад у них тоже дешевый. Ну, вот эти вкусняшки. И при этом, по сравнению с каким-нибудь ММДМСом, который у всех на слуху, да, ну, это отчасти того, как я бомбил. Когда ел маленькие вкусняшки, дешевые, по сравнению там со сникерсами, которые в каждом магазине, при этом они стоят 60 плюс рублей. Это 20 рублей. Их много. И вместо какого-нибудь ММДМСа взять, вот, ну, 100% надо взять. Они намного вкуснее даже будут. Вот, как-то так. Йота очень вкусный. Надо тараканам дать немножко покушать. Все, приятного аппетита. И вам. Всем пока.